Новости добывающей сферы. Компания US Gold Corp приумножила активы своего проекта Keystone с помощью покупки опоискованного участка Gold Bar North. Этот участок состоит из 49 незапатентованных заявок на разработку залежей, и он располагается на перспективном тренде Кортес на севере центральной части штата Невада. Дэйв Мэттисон считает, что этот участок является продолжением того же тренда и системы, что и Keystone, и, соответственно, у них будет общая система логистики. Это отличный старт для новой компании. Вскоре они начнут первую реализацию своих производственных планов. Компании выплачивают дивиденды. Caledonia Mining снова выплачивает квартальные дивиденды в размере 6,875 цента за одну акцию. Генеральный директор Стив Кертис сказал, Caledonia продолжила квартальную выплату дивидендов, но уже на новом уровне в 6,875 цента за акцию. Это стало отображением успешной консолидации акций из расчета 5 акций в одну, которую компания завершила в конце июня этого года. В течение 2017 года мы планируем добыть от 52 до 57 тысяч унций золота на шахте Blanket, так как мы движемся в сторону увеличения годовых объемов производства до 80 тысяч унций к 2021 году, согласно нашему инвестиционному плану. Он также добавил, «Я убежден, что с увеличением объемов добычи золота на шахте Blanket стоимость добычи одной унции золота будет сокращаться, и, соответственно, процесс получения наличных денег станет более эффективным». Caledonia продолжает перераспределять наличные средства между акционерами и при этом сохраняет солидный баланс. Это отличный прогноз для компании и ее акционеров, так как квартальные дивиденды – это отличный источник дохода в мире с нулевыми процентными ставками. Компания Sierra Metals начала продавать свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Для рынка в США аббревиатура компании звучит как SMTS с 11 июля 2017 года. Обычные акции по-прежнему будут продаваться на бирже Торонто и на бирже города Лима в Перу. Игорь Гонсалес, генеральный директор компании, заявил, продажа наших акций на Нью-Йоркской фондовой бирже представляет очень важный этап развития компании Sierra Metals. И это еще один шаг на пути к увеличению стоимости компании, поскольку таким образом мы сможем увеличить ликвидность наших акций и предложить их институциональным инвесторам. Увеличение ликвидности – это всегда хорошо для компании, так как новые инвесторы смогут купить акции, и сообщество акционеров будет увеличиваться. С вами был Йохан Штайгер. Эта программа была подготовлена при сотрудничестве Swiss Resource Capital и Dukascope TV. Благодарю за внимание.